Чебоксарах прошел юбилейный 30-й фестиваль композиторов Республик Поволжья и Приуралья. Событие было посвящено столетию чувашской автономии и объединило любителей музыки разных народов. На сцене музыкального училища Чувашская государственная академическая симфоническая капелла как образец воплощения замысла композиторов. Детские хоровые коллективы с этой задачей тоже справились на отлично. Хор «Соловушки» – многократный победитель международных конкурсов. Музыку на известное стихотворение Самуила Маршака написал композитор Анатолий Тихомиров. На фестивале он представил и свою одночасную симфонию. Для окружающих эти фестивали очень важны, поскольку в них звучит новая музыка. Вот. Мы открываем новые имена композиторов. Там и молодые, там и которые уже опытные композиторы выступают. Конечно же, мы должны знакомиться с своей родной музыкой, потому что много выступает из Чувашии композиторов. Это нас обогащает. В рамках фестиваля прошли 3 концерта – хоровой музыки, камерной и симфонической. Зрители прослушали мелодии композиторов из 6 республик – Башкирии, Удмуртии, Мариэл, Мордовии, Татарстана и, конечно, Чувашии. Имели возможность сравнить мелодии разных народов. Мария Шоклева, Юлия Дюкова, Андрей Шоклев, Республика.